Дорогие друзья, ну раз мы собрались, подходите ближе. Начнем тогда нашу встречу. Уважаемые друзья, прежде всего, чем начать нашу встречу, хотелось бы низко поклониться накачанам, всему Приморскому краю за поддержку наших кандидатов, лично мою кандидатуру на выборы государственного дома. И я хотел бы озвучить заявление Московского городского комитета Коммунистической партии. Прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Государственную Думу 8-го созыва и законодательное собрание Приморского края отмечены доселе невиданно по масштабам по степени наглости чередой нарушений законодательства, стандартным манипуляциям списками на домниках, сбросом бюллетеней, провокациям против наблюдателей, подводом, переписыванием результата выборов. Результаты власти чудовищным способом поменяли местами победителей и проигравших.
жители Нагорки и народ Приморья в целом не желают мириться с беззаконием. Нагорскинский городской комитет публикует заявление с протестом против фальсификации выборов и призывает как можно больше граждан возвысить голос в защиту законности и справедливости. Придя 25 сентября в 11 часов на центральную площадь памятнику вождя протопривата Владимира Ильича Ленина на народный вход, правящий Приморье криминально аллергатический предприятие чудовище, на сухом не видано фальсификации результата выборов. Государственную Думу 8 созыва и законодательное собрание Приморского края. Избирательная кампания по выборам депутатов 21 стала одной из самых важных аспектов выборов в Приморье. По всей России, весь край видел гигантское количество нарушений законодательства. Как в ходе подготовки к выборам, так и в ходе трехдневного голосования. Едва ли не противно совершали подборы на спектакле. Отшудящие наблюдатели мотофатисты, запрещенные и выборы открытой российской. Принужденному голосованию на партию Ленина на 25 миллионов для голосования. Ее представителей. КПРФ продемонстрировала уверенное лидерство по итогам подсчета голосов. Первым рядом регионов обучает и во многих улицах соответствует. Город Прокопьевск, родители уже совершенно напрямую снова соответствует. И Приморск по итогам обработки бумажной бюллетени кандидатов в депутаты законодательного собрания КПРФ половина одномандатных округов. Уверенно завершает остальные. Для того, чтобы не допустить победы, мы объявляем победу. Мы просим много десятки голосов. Мы входим в ненавидный спорт и личной кражи, чтобы избирать. Вот в этом зеленом шаре.
ничего. Получается, что власть жертва нашего народа. Митинг в поддержку КПРФ. Ну ладно. Поехали. Находку посмотрели. По находке проехались. Тут главное выезд, ну что, в порт туда ехать. Что там снимать? Едем назад.
вокзал. Проехали до здания правительства. По улочкам ездить не буду. Сейчас печальный опыт. Ну, на мой взгляд, находка поспокойнее Владивостока в плане движений, и в плане движения и спокойнее, кажется. Кругом алкомаркеты. Thank you.
Устал я, конечно. Хрен не знает как. Все.
Вот она, бухта Находка. Пока поснимаю, я попробую в магазин зайти, что-нибудь купить. Бухта Находка. Вот автобус останавливается здесь на Устеллы Находка. Горы, серпантин, от Находки движемся в сторону Артема. Ну а далее
Хабаровск. Скорость слишком большая, блин. Самое безопасное – это двигаться в колонне. Скорость, конечно, меня не устраивает, слишком большая, чтобы съемка была качественной.
пойду схожу. Что-то покушать, взять хлеба надо, может еще что. В Департаменте безопасности призвали отказаться от несогласованного мероприятия и напомнили, что участников могут привлечь к ответственности. Этой осенью в России существенно вырастет риск гриппа и коронавируса, поэтому необходимо прививаться. Об этом в интервью телеканала «Россия» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сезон гриппа уже начался, причем первые случаи зафиксированы еще летом. Сейчас в десятках регионов отмечается превышение порога заболеваемости гриппом. Чтобы гриппом не попасть в ковидный госпиталь с ковидом, а в гриппозное отделение, и не случилось микс инфекции, сегодня нужно быть привитым. Это очень важно. Еще и важно, потому что тот грипп, который сегодня мы готовимся, он уже пришел. И это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в Российской Федерации. Гриппа А в июле, в августе, групповая заболеваемость в августе и в разных субъектах Российской Федерации. Я добавлю, в Москве работают 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа, и в частности у станции метро и МЦК. Советского. Мы, кстати, подробно рассказываем.
это посещение концерта, где выступал Сидоро Дункан. Это было в 1921 году. И Ленин настолько был воодушевлен ее номером, а когда она вышла, стала танцевать. Но публика в зале, она вообще была шокирована внешним видом Айседора. Потому что все-таки это Ленин был революционером в политике, а Айседора Дункан, она такой неспровергатель в балете. Как она выглядела? Прозрачная туника, надетая на голое тело, открытая грудь. Естественно, что публика в зале стала шуметь, но не привыкли к этому люди. Что же Ленин? Вот осталось интереснейшее свидетельство одного из зрителей, который наблюдал за его реакцией. Все следили за его движением. Да-да, спина, ограничение, пища. Ленин сдвинулся с места, наклонился над барьером ложи и впился взглядом в сцену. Его очень волновал танец. И мне кажется, вот здесь очень интересное такое идет сочетание, да, революционности Ленина и революционности Дункана. Александр Анатольевич, ну, мне кажется, что это с фигой в кармане, как минимум. Это троллинг, как это сейчас называется. Значит, публика шокирована, публика, значит, в буржуазном ханжеском воспитании своем отвергает вот эту, значит, очевидную эротику, неприкрытую, а Владимир Ильич впивается глазами, а благонадежный, значит, наблюдатель все это как описывает как результат восхищения именно творческим обстоятельством всего происходящего. Я тоже был поначалу удивлен, когда не ознакомился с этими свидетельствами одного из болгарских дипломатов. Более того, Ленин встал и стал кричать «Браво! Браво! Мисс Дункан!» И, надо сказать, это несколько переломило настроение публики, собравшейся в зале. Все стали аплодировать, встали. И под конец прозвучал «Интернационал». Естественно, нужно было встать, и она танцевала под эту музыку в окружении маленьких, так называемых, дунканят, в красных хитончиках, там была ее приемная дочь. Вот такое интересное свидетельство осталось. Это очень интересно, потому что от этого, как круги по воде, от этого эпизода продолжение можно вести. Вот у Айседора Дункан была школа на Воробьевых горах, эти здания до сих пор стоят, там вот, недавно последний прилив интереса был, когда там пожар произошел несколько лет назад. Ну, вот, я просто там рядом живу и наблюдаю, что ничего, в общем-то, не меняется. Никакой такой особой реставрации не производится. Место историческое, место, в котором располагается сейчас там научно-академические учреждения. А тогда это был, значит, подарок от советской власти представителю прогрессивного искусства, которое замешано, в свою очередь, на классике, на балет. Это же ведь то, что потом на протяжении десятилетий будет восприниматься как абсолютно дозволенные вещи, так сказать, санкционированные советской властью, как показатель, и, в общем-то, в данном случае совершенно даже без иронии это говорю, показатель ее основательности и уважения к творчеству предшествующих поколений. Вот все, что касается нового, модернового и революционного, это все уже, так сказать, вещь гадательная. Тут можно и в просак попасть, и масса примеров тому действий из любой области искусства. А вот другой разброс, другой вектор Айседора Дункан, значит, Есенин. И третье, Айседора Дункан – это та женщина, у которой даже нет стола. 188, да, она ее. И не случайно Булгаков это упоминает, потому что Айседора Дункан – это было модное, значит, в топе новостей, что называется, фигура, вот как раз начало 20-х годов. И то, что вот такая прямая связь с Лениным обнаруживается, очень интересный эпизод вы рассказываете. Я просто хотел уточнить, болгарский дипломат, это, как вам кажется,
кажется? Мне кажется, что это источник более надежный, чем человек из какого-нибудь аппарата ЦК, который, ну, понятно, по зову сердца и долгу партийному мог бы так описать восторженную реакцию Ленина, а здесь, в общем-то, сторонний наблюдатель. Да, совершенно верно. Вот в своей книжке о Большом театре я этот источник привожу, называю фамилию этого дипломата. Понимаете, искусство... А нам не назовете или... Ну, это болгарский полковник Паков, его фамилия, его можно найти мемуары. Он в это время находился в Советской России, в Москве. Дело в том, что искусство... оказалось востребовано именно с началом революции в России. Для апологетов классического балета, то, что она делала на сцене, было неприемлемо. И никогда бы она в таком виде перед царской семьей не появилась. Это очень важно. Ну и, наверное, да? В Европах тоже, так сказать, для тех времен это был бы скандал. А здесь вот как раз еще флер революционности, именно как неспровержение всех старых буржуазных устоев, вот в этот зазорчик она удачно и попала. И очень удачно музыку использовали, понимаете, Марсельеза и Интернационал. Ну, это даже не обсуждается в данном случае, это положение обязывает, да, но лишь, так сказать, совершенно все тоже немножко вульгарное здесь определение пришло в голову. Это все в кассу, что называется, в кассу, в партийную кассу в данном случае. Других примеров того, что Ленин посещал театр, нет или есть? Есть примеры, когда он посещал консерваторию московскую, да, он сидел в первом ряду, там было холодно в то время, он слушал Бетховена. Вообще, он довольно скромно, я вам хочу сказать, себя вел, всегда охраны было крайне мало. И если он что-то просил для себя, вот, находясь в Большом театре, чай с баранкой, да, вот таковы были непритязательные требования Ленина, так свидетельствует. Очевидно. Но это все-таки самые голодные годы, и это тоже было, так сказать, в порядке вещей, во всяком случае, ну, как-то на публике не демонстрировалось. Это к тому, что дальше-то, наверное, это у нас, открою маленький секрет для радиослушателей, что ели вожди, да, значит, каков был рацион, и как это все было устроено, так вот, это копеечка в эту кассу, соответственно, разговора о том, ну, еще, значит, там 20-19 год, еще никакого НЭПа нет, и поэтому, значит, здесь все очень деликатно, что называется, баранки к чаю, не более там, кипяточку, кстати говоря, тоже, так сказать, народной молве такой анекдотится. Вот кипяточку вы вспомнили, а я вспомнил знаменитую пьесу «Человек с ружьем» Погодина, где Ленин именно с чаем, да, он же идет там. Кипяточек он несет. Коридор. Александр Анатольевич, ну вот о первых годах существования театра и классического балета и оперы в советское время. Там ведь возникает фигура Михаила Ивановича Калинина, правда, тут тоже много всяких сплетен и домыслов по этому поводу рождается. Но он действительно выступал как защитник Большого театра в том виде, в каком он существовал десятилетиями до советской власти. Что по этому поводу можете сказать? Вы знаете, я бы сказал так, что вот таких ярких свидетельств о пристрастии к Михаилу Ивановичу не осталось, ибо он был лишь формальным главой советского государства. Там был другой человек, который оказывал прямое влияние на репертуар Большого театра, на культурную политику в целом в Советском Союзе. Это Иосиф Сталин. А Калинин, конечно, известен своим интересом к балету. И это совершенно реальные факты. Он очень любил это искусство и часто бывал за кулисами Большого театра. Но эту шалость, так сказать, ему прощали его коллеги по политбюро. А вот что касается Сталина, то он в большей степени, конечно, любил оперу. И любил он русскую оперу. И там в основном такие оперы ставились в Большом театре, где так или иначе речь шла о царской власти. Вот мне хочется вспомнить свидетельство одного удивительного человека, артиста. Помните, был такой знаменитый трубач Тимофей Докшицер. Его называли «Золотая труба». Не только Большого театра, но и Советского Союза. Его хорошо знали за рубежом. Очень часто передавали по радио, кстати, его выступления. И Докшицер много лет просидел
в оркестровой яме. И он видел Сталина очень близко, буквально метров 15, вот так вот говорит. Никогда он не мог понять, нравится ему или нет. Лицо было каменным. Да? То есть вот если Ленин такой был очень живой, эмоциональный, то Сталин абсолютно не давал повода делать каких-то выводов. И Докшицер говорит, что очень часто Сталин был на каких опытах? Псковитянка, Борис Годунов, царская невеста, Иван Сусанин. И в то же время он никогда не видел его на операх, сказках Римского-Корсакова, да, там сказка о царе Салтане, например. То есть там, где царь такой сказочный персонаж, да, и вот он интересно очень мысль проводит, что Сталин себя в какой-то мере отождествлял с героями вот этих великих русских опер, и он непосредственно участвовал в их постановке. Особенно это касается оперы «Иван Сусанин» в 1939 году. Ставили ее два человека, Самуил Самосуд как дирижер и Борис Мордвинов как режиссер. Но Борис Мордвинов был арестован, и фактически он до премьеры, скажем так, не дотянул. И в итоге премию получил сталинскую лишь Самуил Абрамович Самосуд, выдающийся советский дирижер. Что конкретно Сталин говорил, какие указал? Например, он сказал, уберите со сцены памятник Ленину, пожалуйста. Дело в том, что по задумке режиссеров, художников, в финале оперы на сцене появлялся памятник Минину и Пожарскому в натуральную величину. Из папье-маше он был сделан. Сталин сказал, не надо, сделайте их живыми, этих героев, и пусть они выйдут на сцену. Хотя пусть они будут реальные персонажи, а не символы, потому что жизнь-то за царя, а не за Минина и Пожарского. Это как раз очень важное прочтение смыслов происходящего, да? Безусловно. Он сказал, почему у вас родственники Сусанина плачут? Ну, понятно, почему они плачут. Ивана Сусанина-то нет в живых. Не надо, сказал Осип Виссарионович. Это тяжкое горе, но оно личное. Надо, чтобы они радовались вместе со всем русским народом. Хорошо, так и сделали. Они действительно стали радоваться. Потом он сделал такое замечание. Почему у вас так темно на сцене, товарищи? Побольше людей надо. Человек 200-300. Пусть весь народ выйдит на сцену, а мы помним финал этой оперы, да, Красная площадь, и как раз там появляется Минин и Пожарский. Очень интересное было замечание, чтобы вот этих интервентов на колени поставить. Я даже думаю, это был пролог некий вот того, помните, эпизода главного парада. Александр Анатольевич, мы поговорим об этом через несколько минут, нам надо сделать паузу в разговоре. Нравы. 5:31 в Москве. Новости. Пока в России еще много людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу. Поэтому пандемия не остановится, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, привитых в России более 47 миллионов человек. Этого недостаточно, чтобы остановить передачу инфекции. Роспотребнадзор ранее уточнил, что для достижения коллективного иммунитета в нашей стране необходимо вакцинировать не менее 80% населения. У нас взрослых близ 15 миллионов. Из них 47 миллионов, получивших одну дозу, это же меньше правильно. Это не 60%, это не 80%. Поэтому сегодня основание говорит о том, что все остановится. Нет, у нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть. Из чего мы делаем вывод, что на 47 уже сегодня миллионах привитых хотя бы первой дозы, что вакцины российские очень эффективны. Только 2% вакцинированных от коронавируса заражаются штаммом Дельта в России, заявила Попова. Привитые от коронавируса практически не входят в число умерших от инфекции, сказала руководитель Роспотребнадзора. Она отметила, что российские эффективные вакцины защищают от тяжелого течения заболевания, от реанимации и от летального исхода.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург связывает задержку с признанием спутника ВИ Всемирной организации здравоохранения с конкуренцией на рынке вакцин. По его словам, одобрение нашего препарата открыло бы Российскому фонду прямых инвестиций доступ к валютным фондам, которые обеспечивают возможность вакцинации в тех странах, которые сами не смогли разработать препарат или не имеют средств для закупки. Наши дипломаты в США находятся в контакте с Госдепартаментом по поводу дела зампредседателя правления компании «Новатек» Марка Энтони Джетвелла. Посольство России в случае необходимости окажет российскому гражданину консульско-правовое содействие. Американские власти предъявили Джетвей обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. Джетвей отпущен под залог и ему грозит до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. Медаль МЧС вручена машинисту-крановщику Евгению Шестакову, спасшему при пожаре в строящемся здании школы на Камчатке более 10 человек. Возгорание произошло 1 июня. Огонь отрезал пути спасения для десятка человек. Шестаков с помощью стрелы строительного крана спускал людей с этажей. Погода. По данным синоптиков, в Санкт-Петербурге в субботу днем пасмурно, дождь плюс 10, в Москве небольшие осадки и до 12 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 8 градусов, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 80%, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Вести ФМ. Москва 97,6, Санкт-Петербург 89,3. Былое и нравы с Андреем Цветенко. Мы вновь в эфире Вести ФМ вместе с историком и писателем Александром Васькиным. Мы разговариваем на тему поэт и царь, ну, скорее даже там писатель или поэт и генсек. И вот разговор о том, что нравилось Сталину, для чего он приезжал в Большой театр, как он участвовал в подготовке и, в общем-то, режиссуре оперных спектаклей. Да, совершенно верно. И мы остановились на опере в Ринке Иван Сусанин, когда именно Сталин предложил, что вот эти знамена шляхтичей поляков, плененных, они должны быть брошены к ногам победителя. Да? И мы приносимся с вами уже 45-й год, парад победы. Мы помним, что это была кульминация знамена. А тут речь идет о конце 30-х, еще о двоих временах. Да, вот как интересно. Представляете, 39-й и 45-й. Я хочу сказать, что Сталин очень редко появлялся в центральной ложе. Это бывшая царская ложь. Если Ленин смотрел